Доброе утро! Рада приветствовать вас на нашем канале «Не скучно жить». Смотрите, какая у нас сегодня погода. Всю ночь так громыхало, так сверкало. Дождь лил, как из ведра. И когда мы пошли с червонкой гулять, я кое-что обнаружила. Сейчас я вам это покажу. Дождик все сильнее и сильнее становится. Смотрите, наша любимая гора вся затянута тучами. Идем с Черри, ни о чем не подозреваем, гуляем. Тут я опускаю глаза, а у нас снег или град. Идем дальше. Наши любимые плантации, где мы всегда с червонкой гуляем. Ой-ой-ой, дождик все сильнее и сильнее становится. Не было бы дождя, я бы до моря добежала, посмотрела, что там творится у нас. Такого я, если честно, вот мы 3 года живем здесь, и такое я видела впервые. Так, дождик, конечно, уже много смыл следов, что происходило ночью. Здесь вот, под моими любимыми бананами, что творится. И это еще не все. Пойдемте дальше, я вам покажу. Там вот тоже все засыпано. Не знаю, как это скажется на садово-огородных делах, но вот здесь вот снег, вот там вот, видите, лежит снег или град, но это скорее всего град. Сейчас я вам покажу почему. О, холодно. Здесь вот все завалено. Здесь смотрите и смотрите, какого они размера. Так, как бы вам показать поближе. Такие вот огромные кучи здесь. И вот, я не знаю, почему здесь, вот здесь, там подальше. Столько много града валяется. Вот так вот. Турция удивила нас в этом году. Ладно, я побежала домой, а то я в одном спортивном костюме. Куртку не стала надевать. Давайте здесь вам еще немножко покажу. Здесь все завалено, видите, градом. С этой стороны. Ну, а я вам желаю не унывать в любую погоду. Все равно на после дождика придет солнышко. Желаю вам всем хорошего дня. Берегите себя. Юрюшу Рус, друзья.